человек и зверь начали войну на земле Аданоса. И гнев богов. Покажи мне свои товары. Интересно, он почти не отдыхает. Все будет только хуже. Правда? Как интересно, все об этом знают. Кто это сказал? Я ей больше ничего не скажу. Мой муж думает о другом. Правда? Как интересно, он слишком мало болтает. Не говори об этом никому. Все об этом знают. Да, беги, пока можешь. Эй, Тини, куда ты идешь? Неважно, какие у тебя планы, они могут подождать. Ты стоишь перед входом в жемчужину Хариниса. Красный фонарь. Это самый шикарный бордель во всей Миртане. Будь я проклят!
Моряки из самых дальних уголков света приплывают сюда, чтобы провести несколько незабываемых ночей в красном фонаре. А теперь и у тебя появился такой шанс. Нет, честь провести ночь с Надей, с самым страстным цветком богов. Заходи же и ты, познаешь наслаждение, о котором другие не могут даже и мечтать. Что ты стоишь здесь и колеблешься? Заходи внутрь, познакомься с нашей любвеобильной Надей. Это страстное создание ночи придаст твоей жизни новый смысл. Ему нельзя доверять. Ему лучше закрыться. Эй, тебе нужна рыба? У меня очень хорошая рыба с самых глубин моря. Знаешь что-нибудь о пропавших людях? Пропавших людях? Это порт, приятель. Такие события здесь не в диковинку. Море жестоко. Оно нередко забирает человеческие жизни. В крупных портах, таких как Харинос, капитаны больших кораблей набирают матросов для пополнения команды. А если они не находят добровольцев, людей могут затащить на корабль и против их воли. Так они исчезают. А у тебя кто-нибудь пропал? У меня? Нет. Ты знаешь кого-нибудь, кто пропал? Нет. Попробуй спросить у корабельщика. Но что это мог быть за корабль? Хороший вопрос. Ты прав. В последнее время корабли в Харинос не заходят. Покажи мне свою рыбу. Эй, ты! Эй, я не могу заняться тобой сейчас, детка. Если хочешь развлечься, поговори с Барамором. Я только хотел задать тебе пару вопросов о пропавших людях. Я могла бы тебе кое-что рассказать, милый, но не здесь. Тогда пойдем наверх. Хорошо, но сначала ты должен договориться с Барамором. Неприятности мне не нужны. Если хочешь развлечься, поговори с Барамором. Если ты хочешь поговорить, иди, найди себе женщину и женись на ней. Ты хозяин этого заведения? Я Брамор. Это мой дом, а это мои девочки. Я люблю моих девочек. А если ты любишь моих девочек тоже, ты должен заплатить за 50 золотых монет. Смотри только, чтобы никаких проблем. С твоими девочками все в порядке? Конечно. Или ты думаешь, что я хочу отправиться в тюрьму? Я не спрашиваю об их здоровье. Я имел в виду, они все на месте? Или кого-то нет? Одна из моих девочек действительно пропала. Ее зовут Люсия. Я даже обращался к людям из ополчения, но они не нашли никаких ее следов. Как долго не было Люсии? Несколько дней. Не знаю точно сколько. Полагаю, она сбежала с одним из своих поклонников. Эта сучка кое-что с собой прихватила. Мое драгоценное золотое блюдо. Если она попадет ко мне в руки, она поплатится. Но тебе-то какое до этого дело? Ты что, хочешь надо мной посмеяться? Я хочу развлечься. Ну да, все сюда за этим приходят. Отлично.
ты долго не забудешь следующие несколько часов твоей жизни. Иди наверх с Надей. Удачи! Эй, ты! Пошли наверх. Сегодня тебе выпал счастливый билет, детка. Пойдем. Эй, ты! Я занята. Эй, ты что делаешь тут? Послушай, я занят. Оставь меня в покое. Кто-то должен делать это. Это правда. Ему лучше закрыться. Это не секрет. Кто это сказал? Это еще не все, поверь. Совсем жестко. Следующая пара часов принадлежит только нам. Расслабься. Ложись и получай удовольствие. Но это ужасно. Подожди минутку. Заходи в другой раз. Все об этом знают. Это еще не все. Я хочу развлечься. Ну да, все сюда за этим приходят. Отлично. Ты долго не забудешь следующие несколько часов твоей жизни. Иди наверх с Надей. Удачи! Эй! Пошли наверх. Сегодня тебе выпал счастливый билет, детка. Пойдем. Если ты хочешь поговорить, иди, найди себе женщину и женись на ней. Ну а теперь мы можем поговорить? Да, здесь нас не подслушают. Брамору не нравится, когда мы разговариваем с гостями во время работы, если ему от этого никакой выгоды. Итак, ты хочешь узнать побольше о людях, которые исчезли в порту? Не так ли? Я не знаю, смогу ли я тебе помочь, но, по крайней мере, я могу рассказать, что случилось с Люсией. Рассказывай. Никто здесь особо не жалеет, что она исчезла. Почему? Здесь нет ни одного человека, которого она не пыталась использовать в своих интересах. Она была настоящей сукой. Он не может угодить всем. А куда она исчезла? Она часто встречалась с Элврихом, подмастерьем плотника Торбана из нижней части города. Готова поспорить, что она уехала с этим парнем. Куда они могли направиться? Если их не сожрали волки, то, полагаю, они живут у фермеров. А куда еще им деться? Что еще ты знаешь? Я слышала странные истории о том, как люди исчезают. Но я сомневаюсь, что этим рассказам стоит верить. Тебе стоит поговорить с торговцами. К
сожалению, это все, что я могу рассказать. Ну, а теперь что будем делать, дорогуша? В конце концов, ты же деньги заплатил. Не хочешь позабавиться перед тем, как уедешь? Подожди минутку. Если ты хочешь поговорить, иди, найди себе женщину и женись на ней. Эй, я не знаю тебя. Чего тебе здесь нужно? Ты идешь в кабак? Ох, так это портовый трактир. А я-то принял его за дворец губернатора. Эй, держи свои шуточки при себе, кретин! Или я заставлю тебя грызть булыжники из мостовой! Создать мне проблемы? Конечно! Я мастер создавать проблемы! Так что защищайся, кретин! Задай ему! Задай ему! Задай ему! Задай ему. Прикончи его. Задай ему. Прикончи его. Задай ему. Там ничего нет. Я ей больше ничего не скажу. Мы еще посмотрим. Хорошо, хорошо, ты победил. Чего ты хочешь? Ты знаешь о порте почти все, да? Конечно. А что? Какие слухи бродят последнее время? Мы здесь не любим людей, которые задают слишком много вопросов. Особенно если они чужаки. Почему я не вижу здесь никого из ополчения? Они не осмеливаются соваться сюда. У нас есть свои порядки. Он не может угодить всем. Как тут с кораблями? Единственный корабль, который пришел за последнее время, это корабль паладинов. Он стоит вон там, за скалами к юго-западу. No.
Эй! Как дела? Если ты хочешь что-нибудь выпить, заказывай. Готов побиться об заклад, ты многое здесь слышишь. А тебе какое до этого дело? Мои уши всегда открыты для новостей. А кошелек у тебя тоже открыт? Каждая информация, которую я сообщу тебе, будет стоить 10 золотых монет. Хорошо, договорились. Ты заключил выгодную сделку. Я всегда к твоим услугам. Дай мне что-нибудь выпить. Мне нужна информация. Кого считают влиятельными людьми в этом городе? Здесь, в порту, ты никого из них не найдешь. Единственный влиятельный человек здесь – это Лемар. Этот ростовщик не очень популярен, но у него есть золото. И другие влиятельные горожане должны ему деньги. Торговцы и мастера тоже очень влиятельные люди. И даже слишком, если тебе интересно мое мнение. Кто должен Лемару? Если ты хочешь узнать это, тебе стоит заглянуть в его гроссбух. Только это будет очень непросто сделать незаметно. Насколько мне известно, он всегда носит его с собой. Где я могу найти работу? Ты вряд ли найдешь работу здесь, в порту. Тебе нужно обратиться к мастерам в нижней части города. Но если у тебя есть приличный меч, ты можешь вызвать Алерика на поединок. Ты найдешь его за складом. Он сражается за золото. Что ты знаешь о пропавших горожанах? Все, что я знаю, это то, что за последние дни исчезли несколько людей. Говорят, что больше всего пропавших здесь, в порту. Думаю, тебе стоит расспросить местных. В нижней части города тоже исчезли люди. Если хочешь знать больше, поговори с Карагоном. У него пивная в нижней части города. И думаю, что от его уха не укрываются такие новости. Халвор, торговец рыбой из лавки на пристани, тоже может кое-что знать. К нему заходит много людей. А у кого здесь можно поучиться чему-нибудь? Здесь, в портовом районе, есть несколько знающих людей. Карл Кузнец, крепкий парень. Ручаюсь, он сможет помочь тебе стать сильнее. Альрик опытен в боевых искусствах. А Ларес мошенник, каких свет не видывал. Он тоже заходит иногда в порт. А если ты настолько выжил из ума, чтобы пойти к старому Игнацу, он знает толк в алхим... как-то зельях. И где мне найти всех этих людей? Боже, король успеет выиграть войну против орков, прежде чем я тебе объясню все это. Просто осмотрись в портовом районе, ты обязательно найдешь их. А если ты хочешь лучше ориентироваться здесь, зайди к Ибрагиму и купи у него карту. Его совсем легко найти. Он живет в соседнем доме направо от моего трактира. Должен был взять в два раза больше за эту информацию. А нет ли здесь какой-нибудь особой работы? Мне бы хотелось побыстрее заработать денег. Что-нибудь особого, говоришь? Попробуй поговорить с Нагуром. Возможно, он сможет помочь тебе. Есть что-нибудь особенное для меня? Да, есть кое-что, но это заинтересует тебя, только если ты блещешь разносторонними талантами. Выкладывай, что там у тебя? Ну, у Зуриса, торговца зельями, на рынке сейчас гостит Дарал, маг огня. И?
При нем есть новый сундучок, сделанный специально для него Торбеном плотником. Говорят, что этот Дарон носит с собой несметные сокровища. Но ты ничего не слышал от меня, понятно? Мне нужна информация. Кардив говорит, что у тебя может быть работа для меня. Так-так. Ты ищешь особенную работу. Ладно. Но будем играть по моим правилам. Понятно? Что это значит? Это значит, что ты будешь делать, что я скажу. И будешь получать треть от навара. Если тебя это не устраивает, то у меня нет работы для тебя. Мы партнеры, поэтому 50 на 50. Хорошо, это разумно. Конечно же, мы будем делить заработанное честно. Договорились. Так какой у тебя план? Ты знаешь торговца Бальтрама, нет? Если нет, пришло время поговорить с ним. У этого Бальтрама есть посыльный, доставлявший ему товары с фермы Акин. Вернее, у него был посыльный, пока я не перерезал ему глотку. И теперь Бальтраму придется искать нового мальчика на побегушках. И им будешь ты. Ты должен поступить на работу к Бальтраму и взять посылку у Акина. Затем ты принесешь ее мне, а я продам ее заинтересованному покупателю. Он даст неплохую цену за нее. И не пытайся продать эти товары сам. Ты все понял? Какой ожидается навар? Не могу сказать точно. Но я думаю, не менее 400 монет. А где ферма Акила? Выйдешь из города через восточные ворота, что находятся на рыночной площади. Если ты пойдешь по дороге направо, вскоре увидишь лестницу, вырезанную в скале. Поднимись по ней и окажешься на ферме Акила. Когда мне поговорить с Бальтрамом? Ты можешь сделать это прямо сейчас. Он уже должен понять, что его посыльный никогда уже не появится. Где мне найти Бальтрама? Его прилавок находится на рыночной площади. Хорошо, договорились. Отлично. Тогда за дело. Но если ты попытаешься обмануть меня, тебя будет ждать та же судьба, что и этого посыльного. Не забывай об этом. Рассудив мудро, сделал. Ты ищешь работу? Конечно. А что нужно? Мой мальчик на побегушках не вернулся, а я жду поставку от фермера Акила. И во сколько ты оцениваешь эту работу?
Я дам тебе 50 золотых монет. Отлично, я согласен. Хорошо, просто скажи Акилу, что тебя послал я. Он передаст тебе пакет. Принеси его мне. Где мне найти ферму Акила? Как только выйдешь из восточных ворот, держись дороги, ведущей на юго-восток. Вскоре ты увидишь каменную лестницу. Когда ты поднимешься по ней, ты уже сможешь видеть ферму Акила. Покажи мне свои товары. Нужен ключ. Я слышала другое. Эй, эй! Не так быстро! Прогуливаться здесь одному довольно опасно. Откуда ты идешь? Из города. Так-так. Тогда что ты делаешь тут, так далеко от его защитных стен? А что такого опасного здесь? Много чего. Ну, например, бандиты. Они только и ждут, когда к ним в лапы попадет кто-нибудь вроде тебя. А если тебя не поймают бандиты, то дикие животные из леса или наемники, которые шляются вокруг, позаботятся о тебе. Я уверен, что ты прибежишь за помощью ко мне, не успев даже дойти до следующего поворота этой дороги. Ну, предположим, я обращусь к тебе за помощью. Сколько это будет мне стоить? Я всего лишь скромный слуга короля, и мне не к лицу обирать беззащитных граждан нашего королевства. Но знаешь, если уж ты так ставишь вопрос, то я бы не отказался от небольшой финансовой помощи. Это укрепит наши будущие деловые отношения. 10 золотых будет достаточно для начала. Что скажешь? Почему бы и нет? Вот твои 10 монет. Потрясающе! Если тебе понадобится моя помощь, ты знаешь, где найти меня. Но будь так любезен, не отвлекай меня по всяким пустякам. Я не выношу этого, ты слышишь? Эй, ты!
еще одним мон... Из этого не выйдет ничего хорошего.
Я не умею открывать замки отмычкой. Thank you.
там ничего нет. Как я это сделаю? Ты же здесь. Сделай что-нибудь. Помоги нам. Это правда. Кто ты? Меня зовут Эним. Я работаю здесь, а коротышка вон там. Мой брат Игил. Мы работаем здесь, на ферме Акила. Уже несколько лет. Как идет работа? Ты хочешь помочь? Тут есть еще одна мотыга. Бери ее и выходи в поле. Нужно только быть осторожным, чтобы полевые хищники не подкрались к тебе незаметно. Они сожрут тебя, даже моргнуть не успеешь. Почему вы ничего не делаете с этими полевыми хищниками? Я убил их столько, что уже сбился со счета. Но проблема в том, что на место убитых приходят новые.
чем дело? Давно я уже не видел чужака на нашей земле, который не хотел бы ободрать нас как липку. Надеюсь, я не ошибаюсь в тебе. Я Эгил. А этот чудак вон там, мой брат Эним. Как идет работа в поле? Отлично. Если бы только эти мерзкие полевые хищники не портили наш урожай. Почему вы ничего не делаете с этими полевыми хищниками? Ты шутишь. С тех пор, как я работаю на этой ферме, я убил их столько, что уже сбился со счета. Но на место убитых приходят новые. Твой брат говорит то же самое. Ага. А что еще он говорит? Что он тоже убил множество полевых хищников. Что? Да этот тормоз даже не может самостоятельно найти путь домой. Скажи ему, чтобы он больше не бахвалился. Эй! Твой брат думает, что ты хвостун. Что? У него действительно хватило мужества сказать это? Ему лучше следить за своим языком, а то мне придется опять преподать ему урок. Иди и скажи ему это. Эй, ты! Подожди минутку. Эним немного раздражен твоими словами. Пусть не расхаживает, как павлин, распустив хвост, а то я ему голову оторву. Скажи ему это. Эй! Я думаю, вам двоим нужно просто остыть. Этот ублюдок не отказался от своих слов, я прав? Я ему пасть порву. Скажи ему это. Почему ты не скажешь ему это сам? Сейчас пойду и сделаю это. Там ничего нет. Ну, по крайней мере, у тебя не пожалуй, я заберу твое оружие. Паршивая погода. Подожди минутку. Тебе мало того, что ты натворил. Я думаю, тебе лучше уйти. Ох, моя голова. Подожди минутку. Тебе мало того, что ты натворил. Я думаю, тебе лучше уйти. Все в порядке. Как только кто-нибудь здесь скажет неверное слово, начнется танец смерти. Так что будь осторожнее, или резни не миновать. Ты будешь участвовать в схватке? Я не останусь в стороне, когда начнется драка. Но я также не собираюсь провоцировать ее. Так может продолжаться вечность. Что бы ни привело тебя сюда, тебе лучше забыть об этом. И убраться подальше. Эй, ты! У тебя какие-то проблемы? Нет, все в порядке. Тебе лучше уйти сейчас. Ты в этом уверен? Да, все в порядке. Ты... Я сейчас не могу говорить с тобой. Не сейчас. Я сейчас не могу говорить с тобой. Эй! Эй, мужик, ты что, заблудился? Возвращайся на свое поле и дергай репу! На это стоит надеяться. Кто сказал тебе? Ну не стой же здесь! Сделай что-нибудь, помоги нам! Стоило лучше подумать.
Мне нужна твоя помощь. Ну, если это так необходимо. Что случилось? На фермера Акила напали наемники. Что? Этот сброд ошивается вокруг фермы Акила? Тогда не будем терять времени попусту. Идем со мной. Теперь смотри, как это делается. Сейчас ты. Тебе не стоит. Осторожно. Здесь. Получай. Слава Иносу. Я уж думал, мне конец. Меня зовут Акио. Я фермер на этом маленьком клочке земли. Кто эти люди? Это наемники с фермы Онора. Эти ублюдки только и знают, что грабить и убивать. Я боялся худшего. Слава Иносу, до этого не дошло. Скажи мне, что я могу сделать для тебя? Ничего. Я просто рад, что у тебя теперь все в порядке. Ты настоящий друг. Да хранит тебя Инос на твоем пути. Я должен идти. Пока. Всегда рад буду помочь чем-нибудь. Вот и все. Я могу возвращаться назад. Подожди минутку. Все тихо. Ты все еще жив? Надо же. Мне нужна твоя помощь. Ну, если это так необходимо. Что случилось? На меня напали монстры. Но я не вижу никаких монстров. Я думаю, тебе померещилось. Слышал что-нибудь о пропавших горожанах? Слышал? Не смеши меня. У меня у самого пропало несколько людей. У меня на полях работали Танак и Телбор. Но 3 дня назад они пропали. Я точно знаю, что они не стали бы просто так уходить с фермы, не сказав мне об этом. Однако они исчезли, и никто не знает, где они сейчас. Если ты узнаешь что-нибудь об их судьбе, обязательно дай мне знать. Что эти наемники хотели от тебя? Ты этого не знаешь? Их нанял Онор, лендлорд. Они охраняют его ферму и собирают ренту для него. Это означает, что они ходят с фермы на ферму и забирают то, что им больше нравится.
а те, кто не могут платить, рискуют расстаться с жизнью. Ты знаешь здешние места? Конечно. Что ты хочешь узнать? Как мне найти ферму Онара? Спустись по каменной лестнице вон там, а дальше иди по дороге на восток. По пути тебе встретится таверна. От нее иди дальше на восток, пока не выйдешь на большое поле. Вот там-то эти наемники и живут. Что это за таверна к востоку отсюда? Спроси об этом Рэндольфа. Он знает о ней лучше меня. Он бывал там несколько раз. А что там в лесу за твоей фермой? Там бродят монстры, и волки еще самые безобидные из них. Также говорят, что там устроили себе логово бандиты. Ну, хотя бы они не трогают мою ферму. Меня прислал Бальтрап. Я должен забрать посылку для него. Так ты его новый посыльный? Хорошо, я уже приготовил ее. Я должен идти. Пока. Всегда рад буду помочь чем-нибудь. Все в порядке? Да, я в порядке. Этот Альварес становился все наглее и наглее с каждым днем. Хорошо, что все кончилось. Отчего я не отказался бы сейчас, так это от стаканчика хорошего вина в таверне. Ты ведь не здешний, да? Я пришел с Южных островов. Когда-то ходили глашатые и объявляли, что на Харинисе нужны люди, чтобы добывать магическую руду. Но когда я приехал сюда, они возвели этот огромный барьер. И мне расхотелось идти туда, поэтому я начал работать в порту. Затем сюда перестали заплывать корабли, и я пошел работать на Акила. У меня была работа и похуже. Сейчас еще ничего. Ты бываешь в таверне? Бывал, но больше я не могу позволить себе ходить туда. А что там происходит в таверне? Там проводят азартные игры. Двое состязаются друг с другом. Тот, кто может выпить больше пива, побеждает. Последнее время я только проигрывал, и теперь у меня совсем не осталось денег. С кем ты соревновался? С Рухром, этим старым бездельником. Он всегда побеждал меня. Но у меня есть подозрение, что эта грязная свинья все время подмешивала в мое пиво джин. Я думаю, он держит джин в своем чертовом сундуке. Вот подлец. Кто-нибудь должен подменить джин в его сундуке на воду. Тогда он может подливать ее в мое пиво сколько хочет. Если бы только у меня были деньги, чтобы сразиться с ним еще раз. Эй! С тобой все в порядке? Да, я в порядке, спасибо. Почему вы не противостоите тирании Онара? Для фермеров, живущих у города, это имеет смысл. Им лучше быть на стороне ополчения, чем полагаться на наемников Онара. С другой стороны, есть Бенгар и Сыкоп, которые скорее откажутся от своих ферм, чем будут работать на короля. Где находятся фермы Бенгара и Сыкопа? Неподалеку от фермы Лендлорда. Иди на восток отсюда, и ты найдешь их. А вы не думали о том, чтобы уехать отсюда? Не так-то просто уехать из этой части страны. Вся эта земля окружена стеной высоких непроходимых гор. Выбраться отсюда можно только через долину рудников или через гавань города, так как мы не можем позволить себе купить место на корабле. А долина рудников — это место, откуда не возвращаются. Мы вынуждены оставаться здесь. Что ты знаешь о проходе? Сама я там никогда не была. Но я знаю, что он где-то неподалеку от фермы Бенгара, на высокогорных пастбищах. Береги своего мужа. Я стараюсь изо всех сил.
Эй! Мне нужна твоя помощь. Меня преследуют бандиты. Да ну! И где же они? Если бы за тобой гнались, я бы видел хотя бы одного из них, правильно? Я принес пакет Атакила. Превосходно! Теперь я опять смогу торговать свежими продуктами. Вот твои 50 золотых монет. Покажи мне свои товары. Что тебе здесь нужно, умный мальчик? И он попросил Иноса оставить часть своей силы в этом мире, чтобы он мог вернуть ее человеку, если зверь вернется. Ты еще что-нибудь можешь сказать мне? И Инос, рассудив мудро, сделал это. Насчет растений. Если ты не можешь выполнить это задание сам... Понимаю. Насчет растений. Если ты не можешь выполнить это задание самостоятельно, из тебя не получится хорошего алхимика. Я принес все растения, что ты просил. Что? Ты пытаешься обмануть меня, да? Клянусь Адоносом, они все здесь, у меня перед глазами. Кто знает, может быть, когда-нибудь из тебя действительно получится приличный алхимик. Я хочу стать учеником одного из других мастеров. Ты пришел получить мое одобрение? Что касается моего мнения, ты можешь стать учеником любого мастера. Я хочу узнать новые рецепты зелий. Ты должен стать учеником в нижней части этого города. Эй! Что ты хочешь? Я принес тебе оружие орков, как ты хотел. Покажи. Давно уже не держал я подобного оружия в своих руках, с тех пор, как был солдатом во время войны с орками. Да уж, суровые то были времена, скажу я тебе. Я не думал, что тебе удастся это. Я поражен. Когда я могу стать твоим учеником? Нам здесь совсем не помешал бы человек, способный прикончить орка. Что касается моего мнения, то ты можешь приступать к работе хоть сейчас. А другие мастера... Торбен дал тебе свое благословение. Баспер пытался отговорить меня от идеи взять тебя в ученики. Он хочет, чтобы ты стал его учеником. Он попросил меня, чтобы я дал тебе возможность хотя бы попробовать себя в его ремесле. Попробуй. Ты можешь принять решение чуть позже, если, конечно, тебе нужен его голос. Как всегда, Константина ничего не волнует. Он сказал, что с его точки зрения... Ты можешь стать моим учеником в любой момент. Матео говорит, что ты вернул ему его золото.
Мне кажется, ты благородный молодой человек. Это означает, что ты получил одобрение 4 мастеров. Этого достаточно, чтобы быть принятым в ученики. Ты готов стать моим учеником? Хорошо, я подумаю над этим. Как знаешь, Брайан все равно еще поработает здесь некоторое время. Насчет волчьих шкур. Мы договорились на полдюжины. Это было так, как ты сказал. В этом мире, чтобы он мог вернуть ее человеку, если зверь вернется. И Инос, рассудив мудро, сделал это. Эй, ты! Насчет людей, пропавших без вести. Да? Позволь рассказать тебе то, что я знаю. Фермеры тоже потеряли своих близких. Мне кажется, ты на верном пути. Продолжай. Насчет этого торговца оружием. Как много ты знаешь про этого торговца? Спроси Мартина, интенданта паладинов. Он сможет рассказать тебе больше. Флорес сказал, что ты можешь помочь мне попасть в монастырь магов огня. Это твой выбор. Идти по пути огня? Да, я хочу стать магом огня. Насколько мне известно, они с радостью принимают послушников. Так зачем тебе нужна моя помощь? Лорес упомянул, что они требуют плату за вход в монастырь. Я не смогу провести тебя в монастырь. Я все-таки маг воды, знаешь ли. Но я очень хорошо знаю мага огня Дарона. Большую часть времени он проводит на рыночной площади, собирая пожертвования. А я слышал, что иногда он отлучается из города. Он рассказал мне о статуэтке, которую у него украли. Эта вещица очень много значит для него. Если ты сумеешь вернуть статуэтку, он обязательно проведет тебя в монастырь. Помни, что даже если ты вступишь в круг огня, ты все еще сможешь присоединиться к нам. Если, конечно, докажешь свою полезность.
Я слышал, у вас пропала ценная статуэтка. Неужели? Об этом знал только маг воды Ватрас. В чем проблема? С континента в монастырь была отправлена драгоценная статуэтка. Но до нас она так и не дошла. Корабль был ограблен? Нет, он в целости и сохранности прибыл в Харинис. Я встретил его и забрал статуэтку. Но когда я возвращался в монастырь, на меня напали гоблины и отобрали ее у меня. И не надо на меня так смотреть. Маги, к твоему сведению, тоже люди. Ты не пытался вернуть статуэтку? Конечно, пытался. Я везде ее искал. Но, увы, безрезультатно. Где именно ты потерял статуэтку? На пути в монастырь, неподалеку от таверны Орлана. Таверна Орлана? Где она находится? Если ты выйдешь из города через эти ворота и пойдешь прямо по дороге, ты дойдешь до отдельно стоящего дома. Это и есть таверна Орлана, мертвая гарпия. Ты хочешь сказать? Значит, сейчас она у гоблинов. Когда она оказалась у них в руках, они скрылись в кустарнике. Больше я их не видел. Наверное, они живут в какой-нибудь пещере. Я услышал достаточно. Я найду статуэтку. Да направит тебя Инос, и да защитит он тебя от опасности, подстерегающих тебя за воротами города. Thank you.
Ты получишь. Да, беги со всех ног. Беги со всех ног! Thank you.
Мне нужна твоя помощь. Ну, если это так необходимо, что случилось? Меня преследуют бандиты. Да ну, и где же они? Если бы за тобой гнались, я бы видел хотя бы одного из них, правильно? Решил встать между двумя братьями, чтобы погасить этот конфликт. Но у него ничего. Наши дни даже насчет волчьих шкур. Я принес их, вот. Отлично, я знал, что ты подходишь для этой работы. Вот деньги, как я и обещал тебе. И что скажешь? Разве это не лучше, чем корпеть над мечами день напролет или наполнять бутылочки в пыльной каморке? Я получу твое одобрение на работу с другим мастером. Я надеялся, что ты выберешь меня. Но если ты решил так... Это означает, что ты проголосуешь за меня? Если никто больше из мастеров не будет возражать, то да. Но из тебя бы получился такой хороший охотник. Покажи мне свои товары. Эй! Когда я могу стать твоим учеником? Нам здесь совсем не помешал бы человек, способный прикончить орка. Что касается моего мнения, то ты можешь приступать к работе хоть сейчас. А другие мастера... Торбен дал тебе свое благословение. Баспер пытался отговорить меня от идеи взять тебя в ученики. Он хочет, чтобы ты стал его учеником. Я имел краткий, но напряженный разговор с ним по этому вопросу. В конце концов, он согласился. Как всегда, Константина ничего не волнует. Он сказал, что с его точки зрения ты можешь стать моим учеником в любой момент. Матео говорит, что ты вернул ему его золото. Мне кажется, ты благородный молодой человек. Это означает, что ты получил одобрение всех мастеров. Ты готов стать моим учеником? Я готов. Отлично. Я научу тебя ковать хорошие мечи. Кроме того, пришло время стать немного сильнее. Ты чахнешь прямо у меня на глазах. Что должен делать ученик? Три вещи. Попробуй угадать. Ковать, ковать и ковать? Ты не так уж и бестолков, как кажешься. Я плачу за каждый меч. Если ты не работаешь, то и денег не получаешь. Это просто. Кроме того, я научу тебя всему, что нужно знать для изготовления обычных мечей. Изготовление магических мечей. Работа для опытного кузнеца. Тебе до этого еще далеко. Если тебе нужно место для сна,
Ты можешь прилечь где-нибудь в моем доме. Все понятно? Научи меня ковать хорошие мечи. Это довольно просто, парень. Берешь кусок сырой стали и держишь его над огнем, пока он не раскалится. Потом придаешь клинку форму на наковальне. Твой первый меч, конечно, не станет произведением искусства, но всему остальному ты научишься чуть позже. Это довольно просто, парень. Берешь кусок сырой стали и держишь его над огнем, пока он не раскалится. Потом придаешь клинку форму на наковальне. Это довольно просто, парень. Берешь кусок сырой стали и держишь его над огнем, пока он не раскалится. Потом придаешь клинку форму на наковальне. Подожди минутку. Опять ты? Я хочу стать сильнее. Возвращайся, если хочешь поучиться еще. Я хочу продать оружие, выкованное мной. Тогда сделай его. Я принимаю только обычные мечи. Эй, ты! Что я могу купить у тебя? Я могу продать тебе стальные заготовки. Как я это сделаю? Как я это сделаю?
Эй! Опять ты? Я хочу продать оружие, выкованное мной. Хорошо. Давай сюда. Отлично. Держи, что заработал. Подожди минутку. Опять ты? Научи меня ковать хорошие мечи. Это довольно просто, парень. Берешь кусок сырой стали и держишь его над огнем, пока он не раскалится. Потом придаешь клинку форму на наковальне. Как я это сделаю? Опять ты? Я хочу продать оружие, выкованное мной. Хорошо. Давай сюда. Отлично. Держи, что заработал. И заговорил Аданос со своими братьями. Никогда больше не должны выступать на мою землю. Но это ужасно. Я и больше ничего не
там ничего нет. Трус! Стой, трус! Сейчас ты получишь! Thank you.
Мой муж думает по-другому. Я ей больше ничего не скажу. Но человек и зверь начали войну на земле Аданаса, и гнев богов был с ними. Слышал что-нибудь интересное? Пока все тихо, но я думаю, что когда придут орки, мы это заметим. Я не верю, что это что-то изменит. Это не удивляет меня. Первый раз слышу. Стой! Только граждане города и служащие королевских войск могут входить в верхний квартал города. Я уважаемый гражданин Хариниса. Позволь мне пройти. Я не знаю, что заставило мастеров Хариниса принять тебя в ученики. И не хочу знать. Ты можешь войти, но веди себя как положено, если не хочешь нарваться на серьезные неприятности. Что тебе нужно? Бесплатного здесь ничего нет. И продавать тебе я тоже ничего не собираюсь. Что ты делаешь здесь? А ты кто такой? Похоже, ты недавно здесь и понятия не имеешь, с кем имеешь дело. Меня зовут Гербрандт, а для тебя я мистер Гербрандт. Понял? Я понял, Гербрандт. Попридержи язык. Тебе лучше проявлять уважение ко мне, иначе у тебя будут большие проблемы. Здесь я вершу закон. Тому, кто создает проблемы, придется держать ответ передо мной. И лучше ему сразу бежать из города со всех ног, потому что после того, как я разберусь с ним, он пожалеет, что попался мне на глаза. Большинство людей в порту работает на меня. И если ты ищешь работу, тебе лучше побеспокоиться, чтобы мои воспоминания о тебе были приятными. Есть новости? Людям вроде тебя нечего делать здесь. Здесь живут порядочные члены общества, а не какие-нибудь бродяги и проходимцы. Если тебе когда-нибудь удастся стать богатым и уважаемым, возможно, тебе будут более рады здесь.